Всем привет, ребята! И вы на канале Kids Gamma Show TV. И по многочисленным просьбам продолжаем играть Мышка-воришка. Ребята, кому нужны приветы, пишите в следующий раз, передам. Так, мы с вами остановились вот в таком вот городке. Давайте-ка поиграем, а потом пойдем с вами на страшный-страшный уровень. Так что смотрите, не пропустите. Тут у нас кот-ниндзя есть. Так, котик, как бы нам тебя-то обхитрить? Давай-ка, мышка. Убираем сырочек. Идем за этим котиком. Ага, открылась. Заходим. Ох, эти кнопочки. Все, нажмали. Теперь нам нужно попасть к черному коту. Ой, задача какая непростая. Ой, тихо-тихо, ты что кидаешься? Ох, тут у нас не так все просто, как кажется. Вот этот черный кот, вредный-вредный кот. Берем сырочек. Мышку взяли. Ой, он нас не заметил. Какая красота. Надеюсь, и сейчас нас не заметит. Ну, наш мышонок супер-воришка. Прошел этот уровень с легкостью. Нашу награду нам дали. Вот это мы молодцы. Так, мышонок, куда же нам бы еще с тобой сходить? Давай-ка вот сюда поближе зайдем. Ой-ой-ой. Кошки наши, зебрушки, вы уже писали, ребята, в комментариях. Эти кошки у нас любят воровать сыр. Так отнимают у нас его. Все, набрали мы много-много сыра. Ага, сейчас вам, я еще сырочка возьму. Весь сыр унесу. Ой, как хорошо, куда вы его носите. Нет, не поймали мышку. Бестолковые вы кошки. Собираем сырок, собираем. Ох, сколько мы сыра набрали. Нет. Ох, унес кусочек сыра. Вот вредный кот-то. Ну ты его как раз куда нужно оттащил. Берем еще сырочек. Давай, мышонок, давай. Не поймал, не поймал. Ох, наверное, самый наш тяжелый сыр несли. Да, его непросто будет нести. Забираем сырочек. Ныряем. Пока они убежали туда, мы забираем сырочек тут. Ох, сколько много сыра. Все, заходим. Миссия пройдена. Такой непростой уровень, нам даже медальки не дали. Так, давайте пойдем с вами на следующий уровень. Ого, какой у нас тут жуткий-жуткий уровень. Что тут у нас будет на первом уровне? Так, продолжаем собирать сырочек. Так, давай-ка, сырочек, иди сюда, а то кошки там за мной бегают. Ребята, поставьте нашему мышонку за смелость лайк. Только посмотрите, какой он умничка. Сдается этим кошкам, собирает свой сыр. Эх, утащил все-таки кусочек сыра. Так, все, рыжий прям взялся серьезно. Угу, сейчас тебе. Так. Ну, мышонок, не подведи. Ага. Ой, как рыжий за нами бежит. Скорей. Все, уходим от вас. Кошки вредные какие. Молодец, мышонок. Поставьте ему лайк. Ох, не просто ему было за сыр бороться. И у нас награда. И какой же следующий у нас уровень? Давайте-ка вот этот.
Ага, тут у нас непростой уровень. Рыжик спит. Ложку бы ему дать заварную. Но нет, не так-то все просто тут у нашего рыжего котика. Берем. Так, давайте-ка убежим, спрячемся. Подальше. Глаз его. Кота этого рыжего вредного. Так, ходит тут, путляет. Так, заснул пока, ага. Пока он спит. Ой-ой-ой, мы попались. Хотела вильнуть мышеловку, но не получилось. Так, мышонок, давай-ка с тобой. Прячемся, забегаем повыше. Так, давай-ка сырочек забирать. Давай-ка теперь шарик. Все, взяли шарик. Теперь бы как забрать нам последний кусочек сыра. Так, кошка, давай-ка. Ага, все, пошла наша кошка спать. Ой-ой-ой, сейчас наша мышеловка снова в ход пойдет. Ай-яй-яй-яй, давай, мышеловочка, скорей. Прошла мимо нас мышеловочка. Все, взяли сырочек. Так, черный котик. Все, забрали мы сыр. Давай, скорее, мышонок. Все, мы прошли эту миссию. Ребята, дот паслайка. Давайте сходим еще на вот этот уровень. Ой, мышонок, давай с тобой проходить. Мы ходим. Нас заметил кот-призрак. Вышли мы из тени. Ух, шипы эти. Кто же тут понаставил-то, а? Давай скорее на кнопочку. Надо тут пробежать. Ох, коты нас тут атакуют. Скорее удираем, скорее. Нашли мы норку секретную. И у нас тут коты-призраки тоже. Повезло, так не повезло. Думали, получше, посекретнее пройти, а тут, оказывается, тоже призраки есть. Да, вот это мы сократили себе путь, но не очень что-то у нас-то все получилось. Так, давай-ка. Рыжик, разворачивайся. Так, рыжик. Собираем кусочки сыра. Съедаем супер-пупер перчик. Так, кошки. Ох, давай, мышонок, давай. Все, мы прошли эту миссию. Ох, чуть-чуть нас кошки не съели. Поддержите нашего мышонка. Также не забывайте писать, кому передать приветы. Ребята, на этом я с вами прощаюсь. Давайте-ка в следующий раз с вами пройдемся по нашим боссам. Так что напишите в комментариях, интересно вам будет это или нет. Пока-пока, до новых встреч!